Ой, сколько всего сегодня интересного. Если честно, у меня разбегались глаза, когда я знакомилась с этой коллекцией. Но платье, которое сегодня вы видите на мне, я не могла обойти. Не могла обойти ни мимо ярких красок, ни мимо этого дизайна. Но если честно, я хочу вам признаться, меня покорили здесь не только сами ткани, не только сам дизайн этого платья, сколько техника, насколько сегодня все-таки создание современных тканей поражает. Вы знаете, как создавалась эта ткань? Ведь вначале весь этот рисунок рисовался художниками, затем его воспроизводили на бумаге, и только после этого на все эти ткани наносился фотопринт. Это сложнейшая техника, которая стоит сегодня баснословных денег. И мы предлагаем вам сегодня платье «Очарование букета» впервые на телеканале «Shop & Show». В рубрике «Мода» цена за это очарование 2999 рублей. И у нас, друзья мои, несколько для вас расцветок. Я выбираю сегодня для себя нотки малахита. Многие девочки уже сказали, что на моем платье есть нотки и фиолетового. Как грамотно подчеркнуть можно свою красоту? Кстати, благодаря малахитовому цвету мои глаза хамелеоны поменяли свой раскрас. Но помимо малахитового цвета я также влюбилась в оттенок бордо. Сочные ягодные оттенки сегодня очень актуальны. И я призываю сегодня всех женщин обратить внимание на эти сочные краски. Бренд Олмис, Ирина Московцева с европейским приветом из Италии. Когда-то эта прекрасная женщина сотрудничала с Вячеславом Зайцевым. Сегодня, живя в Италии уже 15 лет, она продолжает наряжать наших женщин. Ну и для тех женщин, кто любит более спокойную гамму, у нас есть оттенок коричневый. Вглядитесь в эти краски, насколько точно художник изобразил глубину цвета. И каждый цвет углублен за счет яркого контраста цветов. А сейчас я приглашаю вас на подиум для того, чтобы мы с вами выбрали платье своего размера. Размерная линейка от 48 до 60. Еще раз хочется напомнить, что выбирая это изящное платье, очарование букета, вы экономите почти 2000 рублей. Если сегодня я захожу в магазин и смотрю, сколько стоят эксклюзивные ткани, я поражаюсь. Ткани стоят от 2000. На наше платье ушло 2,5 метра. Используя сегодня новейшие технологии, бренд Олмис дарит вам возможность, друзья мои, окунуться в очарование цветочного принта. Причем хочу напомнить, что это купонное полотно. А на купонное полотно всегда уходит очень много тканей, гораздо больше. Давайте посмотрим на нашу Аришу, которая выбирает коричневый цвет платья. Он богато украшен нотками янтаря. И знаете, что мне еще нравится? То, что в нашем платье есть имитация зоны пояса. Давайте вглядимся сейчас в эту красоту, а я расскажу вам о самых современных техниках. Итак, мы видим с вами, что платье, отрезное по талии, имеет еще приятный акцент. Любое украшение в платье – это всегда огромный плюс. Итак, приглашаю еще раз показать нашего режиссера то, о чем я просила. Это мерцание. Посмотрите, как мерцают эти камни. И представьте, да сейчас одна заколка в магазине стоит почти 1500-2000 рублей. Хочу сразу уверить вас, что мы проверяем качество, не отходим никуда и проверяем. Итак, это нанотехнологии под воздействием температуры, высокой температуры и специальных средств термоклея. Именно эта деталь наносится на ваше платье, не повреждая ткань. Посмотрите, я сейчас пытаюсь отколупнуть, но у меня ничего не получается. Это платье даже можно стирать. Посмотрите, я применяю силу, как напрягаются мои руки, но при этом ни один камень у нас не исчезает. Это еще раз говорит о том, что качество изделий сегодня поражает. Внимание! Мы будем выбирать свой размер. Итак, наша Арина носит размер 48. Выбирает для себя размер 48. Вы посмотрите, как платье идеально вписалось в ее фигуру, плюс эластичная лента внутри. Если у вас тип фигуры песочные часы, мы выбираем платье размер в размер. Но если у вас есть особенности фигуры, как у нас с Леной, мы выбираем платье очарование букета на размер больше. Наша модель Елена носит размер 50-52. У Лены небольшой животик, и именно в зоне талии Леночка его
закрыла благодаря нежным фалдам и то, что платье она выбрала на размер побольше. Леночка, молодец, что ты развернулась. Покажите юбку, как она скрывает зону бедер, ведь у меня тоже широкие бедра, поэтому я выбираю это платье, а силуэта, которая делает меня намного стройнее. Я сейчас уверена, что меня смотрят наши красавицы, которые хотят не только купить для себя хаотично платье, а те женщины, которые хотят купить необычное платье. Благодаря этому принту, благодаря этому украшению, я уверена, вы будете неотразимы. Что хочет женщина, если честно? Она хочет нравиться мужчине, она хочет нравиться себе, поэтому мы выбираем сегодня такое умное платье, которое делает нашу фигуру намного стройнее. Посмотрите, как линии плавно переходят и убирают зону живота. Они убирают линию бедер и а-силуэт. Конечно же, однозначно будет нас стройнить. Я еще раз хочу попросить всех внимательно вглядеться в этот принт, в этот сложный рисунок. И я хочу еще раз рассказать, что у бренда Олмис не только европейские технологии пошива, но еще и ткани эксклюзивные. Давайте вглядимся, насколько четко мы видим каждый рисованный лепесток. Это фотопринт, это сложнейшая техника нанесения на шелковистое вискозное полотно. То, что касается ткани, я уже целый час готовилась к встрече с вами, надев это платье, и могу сказать, легкая прохлада и ощущение свежести не покидают меня вот уже полтора часа. И я уверена, каждый из вас найдет в этом платье не только очарование букета, не только необычайную редкую красоту, но еще и незабываемый комфорт. То, что касается ухода, я хочу снять с плечиков и показать вам, что эта ткань, несмотря на нанотехнологии, эластична. С этой тканью ничего не происходит, даже если мы будем стирать это изделие. И, конечно же, водопад струящегося полотна подарит вам незабываемый комфорт. Ну а для тех, кто любит украшения, оно уже есть. Представьте себе, эти камни собраны специально для вас, для того, чтобы украсить вашу жизнь этим мерцанием.